В этом году мы познакомимся с лучшими образцами французской прозы. А главное, научимся выражать свои мысли, рассказывать истории. 0-6-3. Да, паршиво в этом году. Это худший курс в моей жизни. Послушай, в субботу я объедался пиццей и смотрел телек, а в воскресенье не делал ничего. Я не просил написать поэму александрийским стихом, только рассказать о выходных. В субботу я пошел на занятия к Рафаэлю Артолю. Как только я переступил порог, мое внимание привлек один запах. Запах женщины среднего класса. И тебя не удивляет, что это написал 16-летний парень? Нет, меня не удивляет. У него дар. 17 баллов за насмешки над приятелем и его матерью?